так. Хоть я и болею, но все-таки. Нарезку сделать надо. Годы контент. Поехали. Так он в здании. Как он так упал-то, а? Такой бред, а. Так, за нами гонятся бандиты всякие, да, охрана. Мы бандиты, за нами гонятся охрана. Оп, оп, сейчас будем всех мочить. На тебе, на тебе, на тебе, на. Вот так всех зарежем. Во, у меня ранили. На тебе, я тебя отомщу, на тебе, башку отрублю. Так, тихо, тихо. Ага, вас тоже обезглавим. О, нет, это стреляющая стена. Как так-то, а? Выстрел сквозь стену, это нелегально, это читы, читы. Ты гвардии. Воу-воу-воу! Воу-хп, воу-хп! Умри, пожалуйста! Спасибо! Да ладно, что непонятно, что ли? Кто это был? Прикалывайся, что ли? Еще раз повторчик, сейчас покажу. Что там был выстрел сквозь стену. Вот, вы видели, я даже пометил это место. Да, шок-контент. Подождите, Номи, допустим, вместо буквы М мы поставим букву Р. У нас получится Нори. А Нори это, вроде, что-то связано с случаем, это, вроде, вот эта зеленая хрень, которую, ну, которая зовёт вот. А, водоросль морская. Вот она, вроде, называется Нори. То есть это наивещая Нори, понимаете? И да, Наономи любит аниме, поэтому, ну, как бы, аниме из Японии. Суши тоже из Японии. Ну, не прям, что из Японии, их там придумали. Вот, и типа, он доказывает то, что он новейший японец. Так, мочкарим. Так, пока все окей, на изи сейчас все пройдем. Всех замочим. Так. Воу, у меня хп кончилось. Воу. Сколько всяких пуль, я, наверное, сдохну. Вау, я все аптечки собрал. Вау, я просто в килл, молчу и так далее. Охренеть. Так. Что у нас тут? Ага. Убиваем всех, окей. Пока вот терпимо. Так. Лопата в помощь, отлично, бьем босса. Давай, покажем боссу, кто тут главный. Давай. Так, раскрыл всех лопатой, правильно, экономим патроны. Так, по всех мочкаем лопатой, так, автомат тоже используем, все используем. Так, аптечки берем, да, патроны собираем. Воу, сколько их тут, да, это просто ужас, это лаборатория, что за генерация. Так, отлично. Так. Так, тихо. Тихо. Отлично. Воу, я просто мастер тут же всех тут нахрен расстрелял. Как батя. Йоу. Так, там вам приехал, но тоже не важно. Так, да. Хоп. Так. Тихо. Голос чинись. Вот мы тут такие хоп. Убиваем всегда. Все окей. Воу, опять воу хп. Как же быть? Там снайпер еще, он меня может легко убить. Нет, я отбил лопатой. Выстрел, как MLG. Блин, нахрена взял ультрашотган, я дебил. У меня нету радиации много. У меня её вся лопата сжирает, всё, радиацию лопата сжирает, а я беру еще ультрашотган. Но я все равно выжил, меня химки спасли, я лакирок. Да. И скилл. Слушай, на грани хп выжил. Воу. Там элитник появился неудачно. Так, что, брать базуку, что ли? Все-таки это палас, тут такие пушки хорошо заходят. И да, мы такие хоп. Но
начинаем шинковать их с помощью базуки. Взрывы, опасный плей, да, потому что базука может убить нас. Воу, лоу хп, что же делать? Так, берем гиперфлаги, потому что он более безопасен, точнее вообще безопасен для нас. Так, сейчас их бачит, вау, нам открыли ваут, потому что ван задел эту штуку. Еще мы спаслись от копов, а так бы мы могли умереть. Так, нас напали, коп он выходит за кошка. И он убивает нас. Он убивает. Вот он такой убивает нас, да. А мы, он потом умирает от огня, и нам сочетали победку. Хотя бы как он позже умер. Это такой необычный конец раунда. Так, что, там где-то на враг, да? Так, там какие-то взрывы. Фьюз там, наверное, был. Оу, он слева был, значит, он где-то слева спрятался. Сейчас мы сейчас посмотрим. На тебе, получи! Я видел твои пули и знал твое местоположение. Двусторон, тварь, двусторон! Как я это тоже? Пожалуйста, хватит! Я сейчас приду! Я приду, гравитрон! Изи паттерны! Давай. Так. Я пройду гравитрон. Пожалуйста, пройди. Я пошёл гравитрон. Я пошёл гравитрон. Я гравитрон прошёл. Народ, я пошёл гравитрон. Я пришёл к гравитрону. Тихо. Вы, может, их запороть? Игра дает мне пощаду. Спасибо, игра. А ты пошёл жесть. Да, финальный уровень. Так, отлично. Таймслип. Рекорд побит, можно сказать. Рекорд побит. Да ладно, как так-то? Опять на сраном таймслипе!